Уже может. Как я из дома выходил последнее, что я помню. И все. И потом очнулся в больнице. Пятнадцать примерно, вот произошел этот хлопок. Обернулись все, увидели, что Иван лежит. Побежали к нему, все происходило, это примерно вот, где ребята занимаются, ближе к той стороне линии штрафной, то есть это там все произошло. Прибежав, увидели, что лежало лицо вниз, перевернули. А на груди была сгоревшая футболка. Ну и начали принимать вот, реанимационные действия. Легкий. Тяжело, ну, тяжело дышать там вот это все. Но сейчас все лучше и лучше становится. Хорошо же все.